Добрый день, уважаемые зрители. В этом ролике я хочу показать, что нужно делать, чтобы ваш автомобиль не бился током. Так как я знаю, что это большая проблема, судя по интернету, нарастает как бы. Итак, есть несколько способов. Первый способ — это нужно вылазить и касаться за автомобиль. Второй способ — это цепляет антистатик. Антистатик. Оператор, покажите антистатик. Вот такой. Вот он. Ну, он неэффективный, потому что через несколько лет езды он вообще стирается, и потом машина все равно бьется током. Вот что мы для этого делаем. Первое, что нужно сделать, нам нужно для этого просто кусок цепи и сварочный аппарат. Будем приваривать к нашему прицепному. Сейчас все покажу вам. Массу можно не отключать, оно не повлияет. Вот, пожалуйста, все готово. Единственное, что нужно укоротить цепь, потому что ее 7 метров. Сделаем где-то метр. Вот, пожалуйста, этот антистатик вам прослужит очень много лет. И в заключение хочу сказать: цените ваших близких, пишите комментарии, ставьте лайки, если вам понравилась моя идея. Всего наилучшего!